Один из самых трагических и героических эпизодов Великой Отечественной войны вспоминали в Твери. 27 января, ровно 78 лет назад, была полностью снята блокада Ленинграда. Ежегодно в это время жители России, в том числе и в Тверской области, вспоминают жертв войны и чтят подвиг героев. Возложение цветов по традиции прошло у обелиска Победы в Твери. В мероприятии приняли участие представители местных органов власти, общественных организаций и молодежь. Подробности у нашего корреспондента. Когда началась блокада Ленинграда, Валентине Васильевой было 5 лет. Отец Валентины Федоровны ушел на фронт, был связистом и вернулся после окончания войны. В блокадном городе женщина осталась вместе с матерью и младшим братом. Мама работала, а я, братик был маленький, ему там еще 2 лет не было. Конечно, мы целый день сидели голодными, а мама с работы приносила какую-то баланду. Там давали. Когда братику 1,5, наверное, года исполнилось, он умер. Валентина Федоровна вспоминает и бомбежки, тогда она жила в бараке. Но в бомбоубежище пришлось спуститься один раз. А потом мать сказала: где умрем, там и умрем. Обстрелы переживали у стен барака. Валентина Федоровна вместе с матерью вошла в число эвакуированных ленинградцев. Женщина вместе с мамой выбралась из Ленинграда в 1942 году по дороге жизни. Когда переправлялись через Ладожское озеро, то немцы бомбили на баржах. И перед нами баржу разбомбили, и все люди утонули. Невзирая на все ужасы удушающей блокады, голод и холод, обстрелы и бомбардировки, ленинградцы выстояли. Участники мероприятия почтили минуты молчания память погибших жителей и героев, которые до последнего мужественно защищали северную столицу. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. По разным подсчетам погибло от 600 до 1,5 миллиона человек. И абсолютное большинство из них умерли от голода. Хранить память о подвиге жителей города на Неве и передавать ее последующим поколениям – это то, что важно сегодня. Именно в те годы наш народ показал, насколько мы крепки, насколько мы можем противостоять агрессорам, врагу, как мы можем ковать победу в условиях тяжелейшей блокады. Но наши люди выстояли ценой многих жизней, но они выстояли. Это очень показательно, это очень ценно для будущих поколений. Самопожертвование жителей северной столицы помогло им отстоять город и навеки вписать свои имена в историю Великой Отечественной войны.